С учетом сегодняшней логистики по Барнаулу, новый офис открыли недалеко от нового рынка, где ремонтируют мост. Таким образом, проживающие по той отрезанной стороне города могут без потери времени решить любой вопрос с электроснабжением. Одно положительное событие решили совместить с не менее приятным. Днем рождения БГС. Компании исполняется 61 год. Раз у людей возникают вопросы со всеми ресурсоснабжающими организациями, в том числе и с нами, эти вопросы, то есть нужно решать а. быстро, б. чтобы для людей это было максимально удобно. Вот с точки зрения удобства мы и открываем еще один сервисный центр, вот он как раз вот здесь, для того, чтобы людям, находящимся в центре города, не нужно было ехать тут ни на Старый Базар, ни на Сулиму. Помимо клиентского офиса Горэлектросети на Ленина 119 будет размещена часть подразделения Барнаульской сетевой компании, которая занимается ремонтом и обслуживанием электросетей Октябрьского и Железнодорожного районов. Несмотря на то, что и раньше в сторону БСК не было нареканий, теперь аварийные бригады смогут еще оперативнее реагировать на вызовы своих абонентов. Барнаульская Горэлектросеть сегодня открыла новое здание, которое позволит им более быстро реагировать на возникающие проблемы, то есть на аварийные ситуации, и своевременно их устранять. Поэтому это мероприятие нужно как бы и городу, и компании. В самом офисе все для удобства клиентов, как юридических, так и физических лиц. На входе большое фойе с удобными диванами для ожидания. Детская зона, яркий игровой уголок и сразу 8 окон для обслуживания клиента. Специалисты уверены, время ожидания в очереди будет минимальным. Мы хотим упростить общение людей с нашей компанией. Для этого появился новый фронт-офис. Всего БГС обслуживает свыше 240 тысяч клиентов. Сегодня для них, включая открывшийся на Ленина 119, работает 3 офиса. Еще 2 расположены по адресам Ползунова 50 и Энтузиастов 34А. Учитывая рост числа потребителей, компания не исключает, что вскоре откроет еще один сервисный центр для клиентов уже в индустриальном районе. Сервисный центр на проспекте Ленина 119А заработает для абонентов Барнаульской Горэлектросети уже 23 декабря.